Отто Карлович Верземник, начальник Красной гвардии городского района Москвы во время Октябрьской революции. Биография. Сын бедного латвийского рыбака. Работал на фабрике по переработке рыбы, затем на военном заводе в Петрограде. С марта 1917 года лекальщик завода «Русская машина» в 1916 году вступил в партию большевиков. После Февральской революции избран депутатом Совета Алексеевско-Ростокинского подрайона Москвы, был ответственным секретарем и казначеем Совета. Накануне Октябрьского восстания назначается начальником Красной гвардии Алексеевско-Ростокинского подрайона. После взятия власти в районе отряд Верземника двинулся на помощь соседнему городскому району. Приказом военно-революционного комитета назначается начальником Красной гвардии городского района. Во время штурма телефонной станции в Милютинском переулке был ранен разрывной пулей юнкерами. Через несколько часов скончался в Екатерине больнице, похоронен у Кремлевской стены. В 1924 году его именем названа улица в районе Сущевского вала в Москве.